Всем привет, ребята! Сегодня я первый раз играю в Friday Night Funkin'. В это время она очень-очень, ребят, популярна. И я попробую поиграть сегодня кошмарного Скит и Пама, ребята. Ну что ж, погнали! Я уже играл в Friday Night Funkin'. Музыка даже другая, ребят. Лайков я выложу своего самого любимого певца. Я так не профессионал в этой игре. Я уже забыл управление. Ладно. Надо сосредоточиться. Короче, на 7 лайков выложу своего самого любимого певца. Так что, ребят, жду лайки. Давайте. Я его еле-еле снимаю. Блин, как сложно снимать телефон. Пока все нормально, идем. Я его прижимаю. Я на расслабоне. Так, длинные ноты, это для меня хорошо. Ребят, как видите, я играю на харде, то есть на сложно. Ребят, у меня что-то здесь нотки бьют, не понимаю. Так, первая песня сыграна, я его полностью прижал, ребят. Давайте теперь перейдем ко второй песне, ребята. Вторая намного сложнее. У нас, ребят, окно поменялось. Или не поменялось, я не знаю. Так. Так, это посложнее, видите? Он меня уже прижимает здесь. Ой, ребят! Мне нечаянно запись вылезла. Так, он меня прижимает. Так, я его опять прижимаю, потому что легко. Ребят, как вы видите, я на расслабоне. Я его прижимаю даже. Ребят. Вот, желаю вам поиграть в эту игру. Она очень клёвая, там очень есть. Много модов есть, даже недели. Только там одно, что не загружается, неделя 7, ребята. Не знаю почему. О, и опять, ребята, точно у нас уже поменялось окно. Так, последняя песня. Погнали, ребят. Сложная она будет. Она мне сама больше нравится. Потому что на самой последней что-то маленькая скорость и меньше. На кошмарном у тебя быстро снижаются баллы и быстро повышаются. И здесь не такая точность стрелочек, ребята. Надо прям точно нажимать на кошмарном. Это я точно знаю. Я бывает не попадаю, я вообще должен попадать везде. Ну, потому что надо здесь точность на кошмарных песен.
Да я же нажимаю, ребят. Что-то на последней песне надо прям такая точность в нот. Так, уже скоро конец. Так. Ну и, ребят, это я играл на расслабоне, не сильно так. Можно сказать, что мы прошли эту песню. Так, конец. Все. Все, ребят, мы прошли 3 песни. Давайте, ребят, наберем 7 лайков, и я буду проходить самого моего любимого певца. Ребят, всем до скорой встречи. Всем пока!